Здравствуйте! Сегодня расскажу вам, как сэкономить семейный бюджет и приготовить вот такой замечательный вкусный творожный сыр. У меня здесь кефир 2,5% жирности, но если найдете в магазине кефир пожирней, возьмите его. Теперь кефир нам нужно заморозить. Для того, чтобы удобнее было его размораживать, я сразу переливаю его в пакет. Замораживать я буду чуть больше литра, и в конце видео покажу вам, сколько выходит в итоге сыра из этого количества кефира. Кефир оставляю при комнатной температуре примерно на часа 3. После того, как он станет немного мягче, сверху ставлю тарелочку и небольшой груз и убираю в холодильник. В процессе размораживания будет стекать очень много сыворотки, поэтому смотрите, чтобы само дно дуршлага не находилось в сыворотке. Примерно через 18-20 часов сыр будет готов. За это время я его доставала из холодильника 3 раза и слегка аккуратно перемешивала для того, чтобы он быстрее и равномернее размораживался. Такой творожный сыр можно просто намазать на хлебушек, сверху посыпать солью, будет очень-очень вкусно. Также из этого сыра можно приготовить очень вкусный крем для торта. В следующем видео я буду готовить медовик и приготовлю крем на основе этого творожного сыра. В итоге я получила 330 грамм творожного сыра. Также у меня осталась сыворотка около 700 миллилитров. В общем, результатом я довольна. Такой творожный сыр в магазине у нас стоит около 100 рублей за 150 грамм, а на кефир я потратила всего лишь 70 рублей. Если что-то забыла сказать, я обязательно напишу вам в описании. Всем спасибо за просмотр, всем пока!